И всем привет, ребята! Вы на канале Кататум, с вами я, Даня, и за стенкой сидит Сеня. Сегодня будем снимать видео, которое называется «Телепатия еда челлендж». Вот, Даня, привет. Привет. Мы друг друга видим, перегородка стоит только на стенке. Чтобы мы не видели. Да. Дракончик. У меня цыпленок. Нам приготовили разные... Ну, так сказать, напитки, допустим, сладости или что-нибудь в этом роде, допустим. И будем по три предмета. Вот. И кто не знает, что такое телепатия челлендж, в общем, сейчас расскажу. Обычный. То есть мы братья, да? То есть должны быть какие-то магические связи. Может, у нас там телепатия. Кто-нибудь из нас, какой-нибудь маг древний. Вот. Смотрите, допустим, Арсений что-то там выбирает. И потом я должен попытаться угадать, что он выбрал. То есть у него три предмета, у меня такие же три предмета. Он должен угадать, что я выбрал. Или наоборот. Да. У каждого... каждого мне будет помогать мой цыпленок. У каждого по четыре предмета всего. В смысле? Ну, то есть ты загадываешь мне четыре, и я тебе. Да. Хорошо. Ладно, ребят, можно начинать. Ребята, начинается первый раунд. А тут есть три штуки. Сейчас. Подожди, потом решим. Хорошо, ну, хватит у меня посмотреть, все, не смотри. Так у тебя тоже самое. Смотри. Мы можем этот вот так сдвинуть. Подождите, ребята, мы сейчас у нас оно прилеплено. Мы можем так сдвинуть, чтобы не было видно друг у друга еще. Не надо, так, а так оно не приклеится. А какая разница, упадет так упадет. Ладно. Да все нормально, не трогай. Сейчас упадет. Уже нормально. Все, не трогай, главное не толкай. Арсений, ну не трогай. Ну пусть будет. Все нормально. Все нормально. Раз, два, три. Ребята, сейчас будет загадывать Арсений. Арсений. Мне поможет мой цыпленок угадать. У нас есть три напитка. Это кола, вода и чай. С лимончиком такой красивый. Ладно, ребят, давайте, Арсений, давай у тебя есть, чтобы загадать. Сколько времени? Ладно, давай, загадывай просто. Я загадал. Загадал? Я уже подписчикам показал, что... Кола, вода или чай? Я уже подписчикам это что показал. Понятно. Кола, вода или чай? Колу я больше люблю, поэтому... Поэтому я пытаюсь почувствовать, что он нам показывает. Чай — это не любимый напиток, то есть либо вода, либо кола. Почему? Так ты сказал. Почему? Мне так нравится. Не знаю, колу. Вот он как-то странно относится к коле. То есть я пью колу, он такой, нет, я буду пить здоровый сок. Так что фиг знает. Либо воду, либо компот. Чтобы сказать, надо вот сюда поставить. Ну, то есть показать друг другу, что это. А не просто сказать. Ты поставил? Нет. Ну, ставь тогда. Ладно, я считаю, что... Чего? Я считаю. Короче, ребят, я понял, в чем прикол. Смотрите, у меня сейчас... Сегодня. У меня со зрением проблемы, да? Да. Я не вижу, что в камере. А в камере видно сторону Арсения. И Арсению видно мою сторону. И когда я буду загадывать, он будет видеть, что... Как? Хотя я могу перевернуть экранчик сейчас в следующем раунде. Я переверну экранчик, чтобы он не видел, что у меня там. Ладно, я считаю, что это кола. Так, бум. Давайте. Что? Что же это кола? Это стакан! Блин, а я по звуку подумал, что это кола. Я специально так делаю. Да блин. Я подумал, что это кола. А почему ты колу не любишь, я не понял. Ну, смотри, на первом месте у меня вода, потом сок. Потом кола, только потом уже чай. Ну, чай мне так не нравится вообще. Мне на первом месте, мне кажется... Блин, я не знаю, что мне на первом месте, мне все нравится. Ну, не то, что кола, но есть же какие-то более вкусные напитки, которые я, может, не пробовала, или пробовала, но не помню. Я могу не любить воду. Я люблю особенную воду. Я люблю воду, когда она прохладная, когда ее теплая, я не могу ее пить. Она какая-то... Я не знаю, как объяснить. У меня, наверное, на первом месте кола, на втором чай, на третьем сок. Что там вода? Нет, я воду не очень люблю. Еще кофе, я люблю кофе. Я тоже. Кофе. Ладно, убираем. Кофе. Он не любит кофе, он пьет вам все.
Я люблю. Я чай попью, конечно. Ой, он без сахара, невкусно. Ладно, ребят, давайте переходить к следующему раунду. Так, ребята, я перевернула экранчик специально, чтобы Арсений не увидел, что у меня. Чтобы дальше помидорка. Супер. Смотрите, у нас есть огурец. Что это? Капуста? Это салат или капуста? Я не знаю. Салат. Так, мне кажется, это салат. Так, это томатик. Томатик. Так, что же я больше люблю? Я больше люблю, наверное, это или это. Я вам скажу вот так. Вот это, ну, как-то средний. Можно есть, допустим, в салатике или чем-нибудь таком. Арсений, хватит посмотреть. Давайте, ребят, смотреть. Если он будет подглядывать, напишите комментарий. Я его арестую. Как? Вот это, я не знаю, это как-то какой-то приколдесный фрукт, то есть все. Ой, фрукт. Ну, будет фрукт. А, то есть его. Я его ел, ну, типа. Это знаете, как мы с Соней ели? Короче, у нас на даче была там такая вишня. То есть ты ее ешь, такая гадость, вообще нереально есть. Но ты тебе еще хочется. Вот так же вот этот вот овощ. Ты его ешь так. Все говорят, что он сладкий, мне что-то не сильно верится. Я ни разу не чувствовала его сладость. Я знаю, что это уже. Но, короче, не это. А вот это, любимый овощ. Овощ. У меня вот этот. Так, тебе вопрос, это или это? Любимый овощ. Он говорил вообще про это, но пошуршал он огурцом. Непонятно. Надо в коробку запихать. Так, я просто не понимаю. Цыпленок не помогает ему. А что, что это? Нужно? I don't know. Поздравляю. Ну, допустим... Вот смотри, что у меня. Так, нет, это нечестно. Я бы все, она я выбрал. Что у тебя? Нет, Арсений, ты проиграл. Я выиграл огурец. Да, блин. Не, ну огурец. Поздравляю. Огурец, он не то чтобы вкусный, у нас упал свет. Надеюсь, он не сломался, ну ладно. Огурец, он не то чтобы вкусный. Вот это самое полезное. Он самый съедобный. Затри. Ладно, подними свет. Угу. А теперь, ребят, следующий раунд. Так, ребята, мы приступили к следующему раунду. Короче. Что? У меня ничего из этого любимое. Что у нас есть? У нас специи. Что есть это? Соль, перчик и корица. А корица это специя? Ну, хотя булочки со специей звучат не очень. Есть же булочки с корицей. Что-то не то, да, цыпленок? Я тоже подозреваю. Что-то не того. Так, сейчас будет загадывать Арсений. Арсений, как ты будешь это выдвигать? Я не знаю, просто покажешь пальцем, что это. У тебя любимое? Давай. У меня вот это любимое. Ребят, пока что подписывайтесь на канал, потому что... Это или это? Потому что обязательно подписывайтесь на канал. Ну, я понимаю. Я вам всегда рада. Это вообще невкусное. А я еще не пробовала. Подожди, как это корица? Горьковатая. Она горькая корица. Почему булочки с корицей тогда такие вкусные? Это безвкусно, это остро, это солено. Я не знаю, горькое или солено. Я не знаю, горькое. Я не буду делать. Ну, примерно я выбрал. Выбрал. Это честный. Это. Включаем силу древнего друида. Я не знаю, ребят, честно, потому что это чудо могло додуматься до того, что у меня любимая корица, потому что есть булочки с корицей. Он мог додуматься до перца, потому что он типа любит острое. Он мог додуматься до соли, потому что соль это самое основное. Но соль это. Логика нелогична, Арсений, поэтому я думаю, что он выбрал перчик. Арсений, что ты выбрал? Корица. В смысле корицу? А из-за чего? Давай выстави свою. Булочки с корицей. Я же говорил. И тем более соль соленая, перец острый, а я люблю безвкусное. Блин, ребята, он видел, просто подумал так же, как я. Ты знаешь, почему я ем все безвкусное? Потому что я люблю безвкусное. Я заметила, когда ты пробуешь что-нибудь другое безвкусное, ты говоришь, нет, это безвкусное. Но мне нравится не все безвкусное, понимаешь? Но безвкусное мне нравится, но не все. Так, короче, ребята, это необъяснимая необъяснимость, которую необъяснимая. Убираем. Короче,
Я вообще не знаю. У меня, наверное, любимая это соль, потому что, ну, блин. Убираю. Там, наверное, убираю. Тоже корица, потому что булочки с корицей. Ну ладно, давайте дальше. Так, ребят, следующий раунд у нас печеньки. Ням-ням-ням. Сейчас моя очередь загадывать. Ну, у меня, я не знаю, наверное, вот это любимое. У меня? Буковки. Я не знаю, буковки. Мне она кажется, вот, наверное, вот это самое вкусное. Либо это. Точно не это. Я его знаю. Поэтому у него будет это. Я почти не ел. По-моему, один раз ел, я уже не помню вкус. Кое-что. Ладно, ребят. Не будем медлить, я сразу же выбираю вот это. Это Энки-бэнки, я люблю реньки, энки-бэнки, бац. Вот это. Что ты выбрал? Что? Нет, это все интернет проиграл. А в смысле? Да ты же никогда не ел. Ты даже не пробовал. Я эти ел много, вот эти я никогда не пробовал. Нет, я видел, как ты эти просто... Не ел их. Ел просто, вот так. Они... Когда мы их только покупали, они сразу же заканчивались в момент. Я их не ел уже 100 лет, я их не помню. Они просто так... Ладно. Можно есть? Нет. Мне Артений на днях сказал, все, у меня теперь диета на кетчуп и на сладкое. И сегодня же он уже съел несколько шоколадок. И я не удивлюсь, если он уже успел поесть кетчупа. Я только что не ел. Ладно, ребят, идем дальше.